стали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Случилась страшная трагедия. Накануне в Керченском политехническом колледже один из студентов открыл стрельбу, а после того, как у него закончились патроны, взорвал бомбу. В результате 19 человек погибли, еще 36 находятся в больницах. Сам керченский стрелок покончил с собой. Следственный комитет возбудил дело по статье убийства двух и более лиц общественно опасным способом. В Крыму объявлен трехдневный траур. Глава Тувышелбанкарола от имени всей республики выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в Керчи. Эхо этого циничного, варварского, бесчеловечного преступления взрывной болью пронзило наши сердца и души. Скорбим вместе с народом Крыма, со всей страной. От имени всей Тувы выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Уверен, нелюди, которые совершили это подлое преступление, понесут самое жестокое наказание. Тува с тобой, наш Крым. С началом отопительного сезона специалисты Министерства топлива и энергетики службы по тарифам Тувы начали контрольные рейды в отношении индивидуальных предпринимателей, руководителей районных топливных складов. Проверки ведутся в целях пресечения несанкционированной продажи угля и завышения на него цен. 11 октября прошли проверки розничных цен на территориях Авюрского и Дзунхемчикского районов. Установлено, что цена на уголь в селе Хандагайта превышает предельную розничную стоимость на 423 рубля, а в городе Чадана на 46 рублей. Индивидуальным предпринимателям, ведущим продажу топлива, выданы предписания об устранении нарушений законодательства в течение 4 дней. По поручению главы республики ведется передача в республиканскую собственность топливных складов, находящихся в муниципальных образованиях. На данный момент передано 10 складов, по 3 еще ведется процедура согласования. В результате это позволит централизовать реализацию угля, обеспечить прозрачную схему предоставляемого ассортимента топлива. Как мы знаем, к сожалению, некоторые частные лица под видом угля из Кахемского разреза реализует совсем другой уголь, не надлежащего качества и марки. Напомним, что основным поставщиком каменного угля потребителям в республике является Тувинская горнорудная компания. Доля потребления составляет почти 90%. Цена за одну тонну угля составляет сейчас 2596 рублей. Отгрузка ведется на Кахемском и Чаданском участках разреза. К сведению граждан юридических лиц, использующих имущество без соответствующих законодательству документов, Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кызыла извещает, что в целях снижения недоимки и увеличения собираемости имущественных налогов на территории городского округа проводятся разъяснительные работы среди населения по оформлению земельных участков, находящихся под объектами капитального строительства. Таким образом, в Кызыле организованы дворовые обходы граждан, которые не имеют каких-либо документов на землю. Также выявляются причины неоформления, даются разъяснения, вручаются уведомления. Граждане, получившие уведомления, обязаны обратиться в администрацию органов местного самоуправления, на территории которой расположен земельный участок, с заявлением о предоставлении земельного участка. Перечень прилагаемых документов необходимо уточнить в администрации. В случае злостного уклонения от оформления в собственность жилого дома, квартиры или земельного участка, пользователя земли или лицо, самовольно возведшее жилой дом, привлекается к административной ответственности с предъявлением штрафа, а в дальнейшем это лицо может лишиться имущества путем его принудительного изъятия в судебном порядке. Уплата штрафа не освобождает гражданина от оформления земельного участка. Средства на повышение заработных плат педагогических работников в 2019 году превышают 109 миллиардов рублей, что на 16% больше 2018-го, говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019-2021 годов. В составе указанных расходов, по данным Минфина России, в целях обеспечения роста средней заработной платы педагогических работников законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета в 2019 году в объеме более 109 миллионов рублей. По данным Росстата, в первом полугодии 2018 года средняя зарплата педагогов в учреждениях общего образования была чуть меньше 12,5% выше средней заработной платы в соответствующем регионе. Однако средняя зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений в первом полугодии 2018 года, по данным Росстата, снизилась до 88,5% в сравнении со средней по региону. И о курсах валют: доллар стоит 65 рублей 41 копейку, евро 75 рублей 65 копеек. Займы под залог авто. Высокая оценка. Быстро и выгодно. Без справок о доходах и скрытых комиссий. 8 963 209 7000 ровно.
Шубу купила, X-Ray получила. Шубу купить успей и выиграй Ладу X-Ray. Приходите на выставку «Шубы на расхват». С 18 по 21 октября ЦУМ «Цокольный этаж». Встречайте! Стильная коллекция шуб от меховой компании «Герда». Город Киров. Вас ждут роскошные подарки. Приодеться тепло и модно – это просто. 21 и 22 октября – Центр русской культуры. 23 октября – поселок Ахем, Центр культуры. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама «Бойдус». Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменители «Сахар». С бальзамом «Бойдус» всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овиол. Россия и Монголия будут наращивать сотрудничество в образовательной сфере, увеличивать количество специалистов, которые обучаются в военных вузах по обмену, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с главой военного ведомства Монголии Нямагин Энхболдом в четверг. По его словам, у монгольских коллег также есть намерение расширить обмен по линии Министерства обороны в двух странах, увеличить количество обучающихся в военных вузах специалистов. Говоря о российско-монгольском военно-техническом сотрудничестве, министр отметил его динамичное развитие. Он также отметил, что долгосрочная программа военного сотрудничества, подписанная в четверг министерствами обороны двух стран, послужит укреплению дружеских, добрососедских отношений и, безусловно, укреплению вооруженных сил Монголии. По данным российского военного ведомства, в вузах Минобороны России обучаются свыше 300 монгольских военнослужащих. Молодые люди из этой страны также получают образование в президентском кадетском училище в Кызыле. Интересный и в то же время важный опыт получили студенты второго курса специальности зоотехника Тувинского сельскохозяйственного техникума. Так, будущие ветеринары в рамках учебной практики в эти дни применили практические навыки по искусственному осеменению мелкого рогатого скота под руководством преподавателя Галины Кулар. Отметим, что технологию искусственного осеменения практиканты применили в хозяйстве фермера, социального партнера сельхозтехникума Айдын Айдупа. По мнению фермера, эта работа крайне важна, чтобы возвратить утраченную традицию очень жестко привязывать окотную кампанию конкретным срокам. Это март и апрель. До настоящего времени период осеменения не контролируется многими животноводами. Баранопроизводители находятся в общей отаре, и окот может начинаться в декабрьские и январские месяцы, что пагубно сказывается на сохранении молодняка. В целом, как отмечает вице-премьер Байбек Мангуш, в последние годы намечается положительная динамика роста поголовья овец и коз, численность которых составляет 1140 тысяч голов. По данным еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора Тувы, профилактическую прививку против гриппа в республике получили около 54% всего населения. Так сообщают в ведомстве, план вакцинации среди взрослого населения выполнен на 99%, среди детей на 100%. А самыми активными участниками прививочной кампании оказались медицинские работники, в отношении которых план даже перевыполнен на 3%. Среди работников образования план выполнен на 99%, на 100% привили студенты, лица старше 60 лет и прочие работники из числа работников торговли, ЖКХ, общепита, транспорта и животноводов. План вакцинации школьников также перевыполнен на 1,6%, что составило более 50 тысяч. Заболеваемость ОРВИ в республике на прошлой неделе составила 983 случая, что на 13% больше по отношению к прошлой неделе. Наиболее высокая доля заболеваемости зарегистрирована среди детей от рождения до 2 лет, а госпитализировано за неделю 70 больных, в том числе 60 детей до 14 лет. В Кызыле зарегистрирован 571 случай заболевания ОРВИ с ростом на 52%. Госпитализировано 29 больных, в том числе 20 детей. «19 октября – последний день раздачи бесплатного бензина от АЗС «Сибпродукт». Последняя возможность участникам акции «Заправляйся на радио» – получить 10 литров бензина. Затем на радио «Голос Азии» состоится большой розыгрыш 30, 70 и 100 литров бензина от партнера. Ну а сегодня после условного сигнала на заправке почти сразу появился победитель. Все условия акции были выполнены на машине фирменной наклейкой «Радио» и кодовая фраза «Заправляйся на радио». Точно.
Тем временем Первое республиканское FM-радио продолжило в эфире раздавать призы, но уже в радиоквесте «Замес майонез». Участникам квеста каждый день предстоит разгадывать загадки и искать с помощью них спрятанные в городе призы. Однако теперь обнаружить место – это только первая часть квеста. Важно знать и кодовое слово, без которого оператор не сможет передать приз. Загадку квеста вы прямо сейчас увидите на своих экранах. Ну а в эти минуты узнаем, кто на этот раз получил сертификат на 1000 рублей от кафе «Сушимен». Совсем недавно состоялось открытие нового магазина «Горо» по адресу Республика Хакасия, город Абакан, улица Некрасова, 45. Неудивительно, ведь компания «Горо» работает на рынке инструменты и оборудования с 1992 года и является дилером официальных представителей мировых торговых марок. У нас магазин открылся месяц назад, и у нас большой ассортимент автосервисного и гаражного оборудования. Также в магазине представлен большой ассортимент компрессорного, подъемного, моечного, сварочного и диагностического оборудования. Инструмент ручной, электрический, пневматический, специнструмент. Генераторы, пистолеты подкачки шин, груза, заплатки и пластыря. Вы всегда сможете выбрать подходящий товар, а при возникновении вопросов получить профессиональную консультацию. В ГАРО есть все. ГАРО. Некрасова, 45. Телефон 32 22 15. Отличная новость для тех, кто решил встретить зиму красиво и тепло. Кызыл в очередной раз посетила грандиозная выставка меха «Шубы на расхват». И в этот раз она проходит в самом центре города – торговый дом ЦУМ, цокольный этаж. Всего на выставке представлено более 1500 моделей разных фасонов и широкой цветовой гаммы на любой вкус и цвет. Норка, мутон, лиса – выбор разнообразен и велик, так же, как размерный ряд – от 42 до 66. Кстати, помимо классических ультрасовременных моделей шуб, здесь также представлен большой ассортимент дубленок и жилеток. Качество всех изделий подтверждено сертификатами и гарантией. Что же касается цен, то на меховой ярмарке «Шубы на расхват» они точно никого не оставят равнодушным. А еще здесь всегда можно взять изделие в кредит на 3 года без переплаты и первоначального взноса. И на десерт. Главная новость. При покупке шубы абсолютно каждая женщина может выиграть автомобиль «Лада X-Ray» и другие ценные призы. Подарков много, а значит и шанс выиграть довольно велик. Приходите на выставку «Шубы на расхват», торговый дом ЦУМ, второй корпус, цокольный этаж, улица Тувинских добровольцев, 22. Выставка проводится с 18 октября по 21 октября включительно, с 10 утра до 19 вечера. В очередной раз Кызыл посетила меховая ярмарка «Герда». Приглашаем вас сделать выгодные покупки на предстоящую зиму. А где найти Кочетова 135? А что здесь есть? Да, пожалуй, все, что так ценят сибирские модники и модницы. Норка, мутон, песец, нутрия. Здесь, на меховой выставке «Герда», вы найдете самые разные шубы, а также дубленки и шапки. Все изделия высокого качества от отечественного производителя. Классические изделия есть, эксклюзивные варианты обязательно. «Герда» может удовлетворить вкус даже самых привередливых покупателей. Кстати, на выставке «Герда» представлен огромный выбор головных уборов, меховых аксессуаров и пуховиков со скидкой до 30%. А при покупке норковой шубы – шапка в подарок. Словом, если вы решили сменить надоевший пуховик на стильную красивую шубку или купить новую куртку взамен той, что носите, обязательно приходите сюда на меховую выставку «Герда». На этот раз выставка «Герда» посетит не только нашу столицу, но и порадует всех жителей республики. Даты и место проведения вы видите на экране. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда – компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку.
Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. По республике ожидается переменная облачность. Местами небольшие умеренные дожди. В горах мокрый снег. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 12-17. В Кызыле переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1, +1. Днем 8-10 градусов выше 0.